Let's go. Давай, 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 давай. Давай, кушай, давай, давай, давай. Давай, ямла, 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 друзья, открылся аквапарк сегодня. Ура! Он сегодня, кстати, с 10 до 12 утра работал. Вот, сейчас его пока на время выключили. Но вот сейчас идет открытие. Я думаю, может, вечером, ближе к вечеру запустят его, друзья. Я на видеокамеру уже тут уже походил, все поснимал. Так что это, выложу горки, как они в реальности выглядят, друзья, так что не переживайте. Кстати, вот эти горки мне сказали, как бы еще старенькие остались, нету швов, можно голышом кататься, как говорится. А вот эти горки, говорят, их переделали, и там есть швы, поэтому лучше на ковриках кататься. Ну, информация для тех, кто будет здесь в новом аквапарке, друзья. Вот, так что... Друзья, всем спасибо. Коротенькое видео. Я буквально вот только что записал на телефон и сейчас выложу. Так что подписывайтесь на мой авторский канал YouTube, мои путешествия по миру. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Когда подпишетесь, обязательно нажмите колокольчик и выберите все уведомления. Тогда вы не будете пропускать мои новые интересные видео и прямые трансляции. На прямых трансляциях сможете задавать вопросы онлайн, друзья.